Доброе утро, дорогие телезрители! Давайте приготовим вместе со мной очень интересный и легкий салат. Для его приготовления нам понадобится листья салата, отварная куриная грудка, отварное яйцо, сыр и яблоко. Если будете выбирать яблоко для этого салата, берите либо кисло-сладкое, либо кислое яблоко. Тогда оно придаст вашему салату такой определенный пикантный вкус, ну и не испортит его излишней сладостью. Давайте приступим. На большое блюдо выкладываем листья салата, чтобы их удобнее было потом есть. Мы их порвем в произвольном порядке. Это будет такая зеленая подушка для нашего утреннего салата. Следом, вторым слоем, а мы будем выкладывать все ингредиенты слоями, мы уложим отварную курицу. Ее следует нарезать мелко, небольшими кубиками нарезаем. Может показаться, что салат, который укладывается слоями, готовится очень-очень долго. В основном такие блюда готовят к приходу гостей, к пышным застольям. Но на самом деле, если у вас есть отварное яйцо и отварная куриная грудка, оформление такого салата, который мы готовим сегодня, займет буквально 7-10 минут, не больше. Можно экспериментировать, добавлять различные ингредиенты к этому салату. Все по настроению. Следом на наши салатные листья уложим нарезанную курочку. Далее майонез. Чтобы не переборщить с майонезом, я его уложила в кондитерский шприц. Рисуем небольшую решетку, откладываем майонез, следующий слой — морковка. Можно обойтись и без нее, но я думаю, что морковка — это отличное решение для завтрака. Мы ее не будем отваривать, она будет у нас сырой, будет хрустеть, очень много витаминов в ней. Ну, еще, конечно же, ярким оранжевым цветом она наполнит наш завтрак, что тоже создаст определенное солнечное настроение. Морковки надо немного, одна небольшая или средняя морковь для такого салата как раз сгодится. Морковь выкладываем следующим слоем, тоненько. Для того, чтобы наш салат был чуточку более диетическим, я предлагаю смазывать майонезом не каждый слой. Вот здесь можно немножечко посолить. Если мы не наливаем майонез, то немножечко подсолим. Следом натираем яйцо. Это получается у нас уже четвертый слой. Прямиком сюда. Немного распределяем. Ну а теперь, думаю, можно немного майонеза добавить. Рисуем решетку. Далее берем яблоко. Я напомню, что выбирать следует либо кислое яблоко, либо кисло-сладкое.
желательно не сладкое. Можно не удалять кожуру. Ведь специалисты говорят, что в кожуре яблока как раз-таки сконцентрировано все самое нужное, важное и полезное. Свежая морковь, свежее яблоко, салат, листья салата – настоящий кладезь витаминов. Ну а белковые продукты – это яйцо и отварная куриная грудка – придадут нашему завтраку питательность. Яблоко – предпоследний слой. Сейчас мы яблоко натираем. Как раз немного оно поделится соком со своими близлежащими, нижележащими соседями. Ну и вот, пришло время заключительного аккорда. Немного сыра. Сыр выбирайте твердых сортов. Если есть пармезан, здорово. Если нет, подойдет и российский. Небольшой стружкой укрываем весь наш витаминный утренний салат. Вуаля, все готово. Посмотрите, буквально за несколько минут, а мы потратили на приготовление этого завтрака меньше 10 минут, получилось такое довольно большое, сытное и сочное блюдо для вашего завтрака. Можно приступать. Приятного аппетита, ну и отличного дня. До свидания.